Ну что, ребята, всем 20 утра. Питер. Вчера было много ремонта. Заходим. Твое живых. Коля, Саня. Доброе. Че, Саня, вообще не ложился? Я не. Что делать? Понятно. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Так работает гоночная команда. Бывает. Вчера вам мотор прилетел у Джека. До мира коробка. Денис сцепление. Короче. Парни уже с хроническим недосыпанием. Короче. Все просто уже без задних ног и без сил. Ну ничего, справимся. Все в порядке. Команда Porsche Autodrift ждет своих заездов. Все тупо спят. И во сне слушают квалу. Ну что, всем привет, друзья мои. Новости, конечно, у нас не очень, но в целом и есть хорошие. У меня треснул блок. И пошла вода в цилиндр. Но в целом, ребята подшаманили, и я смог проехать как-то квалификацию, машину вырубал, а потом мы убрали все защиты, чтобы машина не выключалась, и выехали без прогрева, сразу запустили машину, поехали в парные заезды. Сейчас у нас вот мотор, он идентичный, столбик с валами, со шкивами, со всеми делами, полностью в сборе, даже... Ну, в общем, пуля в пулю двигатель строкерный. Меняем сейчас. Конечно, сложная работа предстоит, потому что механики сегодня в ночь меняли Джеку мотор, так как у него вчера шатун-тун наружу. И сегодня вот у меня такая история. На этом моторе мы, конечно, поехали достаточно много. Дай бог мы его сберегли с ним, все в порядке. Просто, я думаю, разберем переборка и все будет отлично. Так что спасибо вам, друзья, за поддержку. Топ-32 мы проехали хорошо и попали в топ-16. Сейчас замена мотора и мчим дальше. Так что, дай бог, все сложится.